Приветствую вас, уважаемые зрители. В этом видео расскажу вам, как правильно подобрать ключевые слова для своего ролика в YouTube. Вообще, я, когда смотрю различные видеоблоги, замечаю, что некоторые авторы не прописывают ключевые слова или прописывают их абы как, неправильно, подбирают такие ключевые слова, которые абсолютно не подходят видео и так далее. В общем, теряют на этом довольно большое количество просмотров. Ну, может быть, не очень большое, но внушительное. Вообще, зачем подбирать ключевые слова? Как вы, наверное, знаете, видеохостинг YouTube принадлежит компании Google. Также у Google есть свой поиск. И когда вы вводите, допустим, в Google какое-нибудь ключевое слово, словосочетание, то Google выдает сначала видеоролики, ну, может, не сначала, но выдает видеоролики со свитч YouTube, а дальше уже идет поисковая выдача. Так вот, если вы оптимизируете видео под какое-то ключевое слово, то, вероятно, вы будете в выдаче Google также. Не только в выдаче поиска YouTube, а также и Google. Давайте покажу вам на примере. Вот, допустим, мое видео «Как заработать на YouTube». Ключевое слово «Как заработать на YouTube». Там примерно около 1600 запросов в месяц. Это с Google AdWords я смотрел. И также в Яндексе еще тоже. Но в Яндексе мы брать не будем, потому что как бы мы ориентируемся на Google. Как видим, по запросу «Как заработать на YouTube» я на первом месте, то есть поиски Google, ну и поиски YouTube тоже, но в основном просмотры идут с поиска Google. Давайте расскажу вам, как правильно подбирать ключевые слова, чтобы вы тоже могли выйти, ну, может быть, не в топ, но все равно как-то попасть в поиск, выдачу Google, чтобы набирать больше просмотров. Так, для начала мы используем основной сервис для подбора ключевых слов. Это Google AdWords. Вообще, Google AdWords – это сеть для покупки рекламы в Google. Контекстная реклама, естественно. Но мы будем использовать его для подбора ключевых слов. Зайдите на сайт adwords.google.com. Если у вас нет еще аккаунта, заведите его. Итак, переходим в аккаунт Google AdWords. Далее выбираем «Инструменты и анализ». Выбираем инструмент подсказки ключевых слов. Далее скрываем этот сохраненные варианты. Выбираем типы соответствия точное. Выбираем широкое. Выбираем только точное. И вводим ключевой запрос. Ну, допустим, как подобрать ключевые слова. Вот это будет ключевой запрос у меня. А, да, еще не забудьте открыть блокнотик, чтобы все ключевые слова сюда выписывать и сохранять. Так, поменьше сделаем. Так, пишем ключевое слово. Как подобрать ключевые слова? Нажимаем поиск. Как видим, уровень конкуренции по этому слову низкий, но это берется по контекстной рекламе, не по самой выдаче, а по контекстной рекламе. То есть на это можно, в принципе, не обращать внимания, но как показатель это можно учитывать. Так, смотрим, количество запросов в месяц 110, да, это низкочастотный запрос, я думаю, что по нему можно продвигаться в дополнении с любыми другими ключевыми словами. Так, мы, конечно же, писаем это ключевое слово. Точнее, сохраняем его в свой блокнотик. И также сохраняем сюда различные другие словосочетания, которые нам подходят. Подобрать ключевые слова подходит нам. 260 запросов в месяц. Далее нам подходит ключевые слова для сайта. Нам не под... В принципе, подходит. Я думаю, будет не лишнее ключевое слово это. Так, далее. Дальше идут не релевантные нам слова. Мы еще ведем сюда словосочетание «подбор ключевых слов». Ключевых слов. Нажимаем «поиск». Как видим, словосочетание «подбор ключевых слов» имеет 1600 запросов в месяц. Довольно-таки
Неплохой показатель. Я думаю, что его можно использовать. Я даже думаю, что это словосочетание можно использовать, нужно даже использовать в названии видео. То есть правильный подбор ключевых слов для YouTube. А потому что когда человек вводит, допустим, в поиск YouTube, как подобрать ключевые слова или подбор ключевых слов, допустим, то YouTube сначала анализирует название ролика, то есть оно релевантно запросу или нет. Дальше идет описание, то есть в описании тоже нужно указывать ключевые слова, но не очень много, чтобы они так были в контексте. Именно, допустим, вы ролик делаете, как подобрать ключевые слова, то в описании можно написать, указать, допустим, в этом ролике расскажу вам о правильном подборе ключевых слов. Ключевое слово здесь будет в подборе ключевых слов. То есть, как бы YouTube тоже учитывает. И также еще нужно, естественно, прописать это все в ключевых словах, в тегах в YouTube. Так, это слово мы тоже выписываем. Подбор ключевых слов. Далее, подбор ключевых слов в Google тоже подойдет. 480 запросов в месяц. Так, и также можно подбор ключевых, статистика ключевых слов не пойдет. Ну и еще можно какой-нибудь низкочастотный запрос взять, ну, допустим, подбор ключевых слов онлайн. Тоже 46 запросов в месяц, я думаю, будет не лишний, но тоже можно использовать. Итак, теперь давайте перейдем ко второму сервису, который нам поможет в этом деле. Копируем это словосочетание. Это сервис называется Яндекс Wordstat. Вот он, данный сервис. Вставляем сюда словосочетание, которое нам нужно. Нажимаем подобрать. Итак, что мы видим? На первое словосочетание можно не смотреть, потому что как бы здесь показы все плюсуются именно вот эти вот. То есть это не точная цифра. Грамотный подбор ключевых слов нам тоже подойдет, главное данное словосочетание. Его скопируем, чистенько. Скопируем его тоже в свой блокнотик. И также копируем еще подходящие словосочетания. Сервис подбора ключевых слов тоже вам подойдет. Ну, я думаю, что здесь уже, в принципе, все. И теперь давайте воспользуемся сервисом подбора ключевых слов от самого YouTube. Итак, как же им пользоваться? Переходим на данный сервис. Теперь перейдем на YouTube. На сам YouTube. В поиске набираем наше ключевое слово, подбор ключевых слов, допустим, в данном случае. Нажимаем поиск. Как видим, поиск YouTube выдал нам наиболее релевантные видео по данному запросу. Копируем его, на него ссылку на данное видео, на первое можно. Переходим на сервис, выбираем идентификатор видео YouTube. Вставляем сюда ссылку, которую мы скопировали. Нажимаем найти ключевые слова. И видим, какие ключевые слова использовал данный человек для вывода своего видео в топ. И, естественно, их можно как-то себе скопировать. А вот, допустим, ключевые слова, вот это словосочетание. И также различные другие слова, которые нам подходят. Допустим, подбор слов тоже подойдет. И вот таким вот образом подбираем слова. Чем более лучшие слова вы подберете, наиболее релевантные, наиболее подходящие вашему видео, тем больше просмотров вы наберете. Так что пользуйтесь, не забывайте использовать ключевые слова. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!